Планшет, книга и письмо с поздравлением от главы государства. Накануне Нового года 24 лучшим школьникам города вручили памятные подарки президента страны. С президентом от Касым-Жомарта Токаева Дед Мороз и Снегурочка пришли в гости к учащейся средней школы номер 6 имени Кужебергена Жирау Мадине Шамшуменовой. Смотрите сюжет. Старшая из детей семьи Шамшуменовых – 13-летняя Мадина. Девочка учится в 7 классе средней школы номер 6 имени Кужебергена Жирау. С 1 класса в ее дневнике исключительно отличные оценки. А еще Мадина активно участвует в жизни своего учебного заведения. Накануне Нового года в гости к ней пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Мадина, сена Шамшуменовкен, жалажу нереке сме, куттықтаймыз. Вартен вашымыз ма, вартен вашымыз. Саған арнайы жерген. Мадине вручили планшет. Не оставили без новогоднего презента сказочные герои, сестру и младших братьев девочки. Сладкие кульки подняли ребятам настроение. Я очень рада такому подарку. Вдвойне приятно, потому что неожиданно. Я даже и не думала, что мне вручат именно планшет. Его я постараюсь использовать по назначению. Как раз сейчас дистанционное обучение. Он станет мне хорошей подмогой в выполнении заданий. Планшет для Мадины – подарок президента. Такие же в этот день получили еще двое учащихся школы номер 6. Это Мадина Шамшуменова и Жансая Ибраева. Всего же из 967 учащихся нашей школы подарки получили 42 ребенка. Это дети из малообеспеченных многодетных семей и те, кто получают адресную социальную помощь. В Петропавловске в подарки от главы государства получили 24 ребенка. Анжелика Сычева, Рустам Тлюжанов, новости МТРК. Спасибо.